починки рядом. Либо сюда, либо сюда. Туда далеко, наверное. Хотя туда-сюда нормально падает. Не в починки полетят, а туда. Давай сюда полетим. Попробуем там повоевать. Сколько мне один квадрат пролететь надо? Я сок. Ну вроде летит, не смещается влево сильно, он по краю летит нормально. Кадр вынесло. Ой-ой-ой, закрутил, заболтал-то как. Ну, я думаю, я не один там буду, скорее всего, там, как там как получится. Давай, на снижение пойдем. Текстуры, грузитесь, пожалуйста, не надо быть пластилином, я вас прошу. Парашют раз. Ну, один со мной есть. У меня дома не загружены. Это боль, печаль, уныние. То есть мы помрем, скорее всего, теоретически. Это только я одного вижу, а у меня даже дома еще не загрузились. Я только сейчас начинаю грузиться. Ай-яй-яй, вырабли, да, прошу. Так, я понял тебя, братан. Нет! Чепнем сразу один хп, добьем. Потерял секунду торгаться. Броня нужна позарез еще. Идем сюда и здесь его ждем. Дверь закрываем. Брони нет, это печально. Там не один. Ждем, пока кабина появится в окне, и пытаемся пришмалять его, приструнить. Еще кофе попью. Ну потому что тут тяжело будет заловить его изначально. То есть либо он к нам зайдет, мы его валим. Либо по окошкам ждать, пока он останавливается на лут, голову пробивать ему. Пойдем сдохнем, пропушим.
Теперь спокойно лутаем. Че, бит... Блять, ну ладно, сейчас бинтами заматываться будем долго. Не будем тратить аптеку, потратим бинты. Че там зона? На краю успеем. Обмотаемся бинтами. Че, ранг номер один? А, ты про таракашу, что ли, говоришь? Сколько, интересно, чувак успел утонуть? Плюс он кого-то здесь убивал, он тут явно был без лута, он с него все поднял, что смог, в принципе, я так думаю. Пока хилимся, долутываем еще соседние желтые дома и выдвигаемся отсюда. То есть тут зона опять, куда она сместится, интересно. Потому что она может вообще рандомно зашалить в следующую зону. Энергетику жмякаем. Здесь он был, а вот ему в башку как раз сдался эта позиция. А, выше этажом. Ну с кем-то он здесь воевал, перестреливался, он его убил. Я так понимаю, то есть тут никого это теоретически не должно быть. Судя по всему, он здесь все утонул, поэтому давай возьмем семерки, пригодится. Двигаемся вниз. Здесь мы были. И он его убил, скорее всего, на первом этаже где-то. Оп. Что, места не хватает? Броня раздолбана маленькая. Что выкинуть-то? Давай кеды поставим. Еще один баф. Судя по всему, он тут пробегал мимоходом, так сказать. Не все лутая, а так чисто забежал. Кого он, интересно, здесь убивал тогда? То есть здесь мы лутали, там мы лутали, и остались дома за территорией. Никуда мы потом успеем, так что пойдем крайние дома. Со заборами. Еще вот здесь. Тут желтый домик. Раз, справа с забором. Вот эти два желтых и справа за забором. Пока время есть. Рюкзак первый. Во, это вообще приятная новость. Места нету. Давай половину патрона выкинем. И возьмем скорель. Че, опять места нету? Че, семерки выкидывают туда? Сейчас что-то найдем. Броня у нас свежая, краска первая. Вектор. Вектор не берем. Оставляем УЗИ. Здесь мы уже смотрели. Еще желтые домики. А хоть цивил повесим. Что за забор в то здание сначала? Одна броня и девятка маленькая. Еще пачку выкинем.
Так, ну что, там осталось 100 впереди и с левой стороны зона у нас идет, и она уже близко. Не успеем, надо выдвигаться, короче. Ну хотя побьет нас немножко, ладно, зону мы там похилимся. Тут крайняя высотка еще не чекал. Сейчас, может, по-быстрому все залутаю. Что-нибудь стоящее найду, может. Еще семерки. Машина рядом едет. Хлопали. Можно его прихлопнуть, пытаться. На сторону ехать. Места опять не хватает, прикинь. На снайпу. Все, валим. Сейчас я прилягу, кофейку глотну, гляну на мапу. Что он нам скажет. И надо будет валить отсюда и желательно машину найти. У меня 3 минуты, чтобы выдвинуться. Тянгара стороной обходим. Слева с горы до с домов могут идти, типа, чуваки уже выдвинулись. Чего вот впереди пиксель бьется? Вот. О, забыл. Шо, я прицел 2х снял. Понятно. Пиксель дерева бьется. Че, похуй бы не словить. Кофе тут пью, на слабо не любит. А вот и тип. Ну, отсюда мы его отработать не сможем. Вопрос, что у него с лутом. А он по мне уже работает. То есть он меня теоретически уже не выпустит. Все плохо, у нас прессал слабый. А у него снайпа, блять. Очевидно. Ну что, мы там по правой стороне? В общем, наша игра на этом, скорее всего, закончилась. Но далеко убежать отсюда не сможем, нам нужна техника будет. Погнали отсюда под шумок. Пока не с тем воюет. Спереди могут быть в ангарах. В синих это плохо. А вот там машина уже подъехала. В общем, пиздец, слева давит, спереди давит. Везде говно ситуация. За ангарами по нему тоже работают. Вопрос слева, что они там, как они там. Размеялись, разминулись, пристрелялись. Мы бежим вообще дебильно. Нам чем быстрее на ту сторону в леса за деревья перебегать, тем лучше будет. Справа сзади тип, слева тип и справа тип. Там на машине сейчас за дерево надо запрыгать скорее. Руки в ноги и бегом, тут больше делать нечего. Видимо, не... Ну...
Отдыхай давай, скорее, скорее. Скорее отдыхай. Шатайся, болтайся. В редзона идет, ёпта. Бункера ёбаный, блядь. Слева ХГ стрельба, справа машина, сзади типы. Да, но без транспорта просто нереально сложно. Забей. Короче, будем пытаться пробуриться в дом какой-нибудь запушить. Лут слабоват для полевой стрельбы. Сейчас я тут уже могу с кем-нибудь наткнуться, просто он может меня пропустить и принять меня. Хотя вот можно вот так вот подождать, я его вижу, челик уже. Он, интересно, меня смотрит или нет? Идем его смотрим. Не знаю, нас видел или нет, нам его надо убивать. Может, он вперед сдвинулся. Бегом лутать и валим отсюда по ноге. У меня в сумке нихуя места нет еще. У него тоже не особо. Чё, больной шли? Блять, ёбаный. Ёбаный X4, блять, где мой X2?
X8, вернее, блять. Хлопаем энергетики, короче, пускай давит зона. Быстрый бег сделаем. Вот это я провафлил, короче, просто X8 поставил, как же я с двух оружий-то его снял, лол. Зона-то меня сейчас будет не гладить, а ебашить прямо. Впереди челп, которым я стрелял, с которым я обосрался, против которого. Он меня просто сейчас готов кромсать и убивать, поэтому деревья надо смотреть. Пиздец, короче, мне сейчас будет. Вот за эту выходку с машиной. Да? Заебало. Пиздец, все едет, по нему сзади работаю. Снайпа на ХГ. Короче, мы идем в самое пекло просто, и стороной не сможем обойти его. Открытые площадки охуенные просто. У меня минута, чтобы схитрить и обойти стороной, и чтобы самому справа не получить. Я вижу куст, в который я сейчас сяду. Низковат, конечно, кустик. Ждем гостей. Потом валим в зону. Либо не 18 секунд, а зона двигается, короче. Пять секунд, а я вообще ни души не вижу. Блять, это плохо, что тут стреляет.
По краю ходим мы. Рано я стартовал. Пьем кофе, сидим, так жопу торчит. Без такого очереди, так мяч. Ух, ёпта. Образно говоря, нам туда придется двигаться. Я вижу, двое причем продвигаются справа. Сейчас один другого начинает шмалять, и я разворачиваюсь и его ебашу. Я могу уже огонь открывать, в принципе. Ай-яй-яй, что ты так лагаешь? Блять, как лагает зум, а? И того типа из виду потерял. С этим X8. Не вопрос, по кому я шмалял, я один на один остался. У
Я не вижу последнего, хоть убей. Сосать, сука, второй раз с первого места. It's my day, fuck. Нига. Опять 9 хилов, опять первое место. Опять поле чистое. Да, хорошо, что я его заметил. Хух. Сейчас.